К другим новостям. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился с представителями бизнес-сообщества, предпринимательства и налоговой инспекции. Деловая встреча прошла на Томилинском заводе «Звезда». По инициативе Союза промышленников и предпринимателей за круглым столом собрались люберецкие бизнесмены, налоговики и представители администрации, чтобы выстроить общий диалог. У меня задача, с одной стороны, чтобы бизнес развивался и налоги уплачивал, а с другой стороны, чтобы налоговая работала, была на уровне, была бы на высоте в целом Московской области. Участники встречи смогли пообщаться с руководством Люберецкой налоговой службы. Среди актуальных вопросов – как избежать многочисленных проверок налоговой инспекции. На сегодняшний день существует такая система оценки рисков для того, чтобы выйти на выездную проверку, с проверкой на предприятие. И, собственно говоря, добросовестные налогоплательщики, у которых минимальное количество рисков, они практически избегают этих проверок. Поднимались и глобальные темы, такие как несовершенство современной налоговой системы и поиск новых путей ее развития. Все страны, которые хотят, чтобы у них бурно развивался бизнес в том или ином регионе, создают свободные экономические зоны, технопарки, промпарки, инкубаторы бизнеса, где налоги значительно снижены, либо компании, находящиеся в таких зонах, вообще освобождены от налогов. После заседания делегация отправилась на экскурсию по научно-производственному предприятию. Первым делом в музей, который находится в действующем бомбоубежище. Там хранится гордость сотрудников «Звезды» – скафандр, в котором Юрий Гагарин совершил свой первый полет в космос. А в испытательном комплексе гости смогли увидеть настоящий эксперимент с катапультированием. 1300 километров в час сейчас будет имитироваться катапультирование на такой высоте. Единственная в стране труба, которая обеспечивает вот такие параметры. Встречи членов Союза промышленников и предпринимателей на территории предприятий Люберецкого округа планируется сделать традиционными с целью обмена опытом организации управления производством и бизнесом. Напомним, это уже второе такое мероприятие. Накануне люберецкие предприниматели посетили производственный комплекс, выпускающий гражданские вертолеты, предприятие «Хеливерт». Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.